Всем привет, с вами Эллен Санби, и у меня есть небольшое обращение к дневнику Хача. Настоящего крутого суперпарня, супермена. А как она едет, блядь? Глазик, какой красивый. On the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. F and quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. По нескольким видео заметно, насколько классный контент у ребят. И это не потому, что в видео всегда есть роскошная красивая жизнь. Это влияет на рейтинг. Но для постоянных зрителей намного важнее другие факты. По отклику аудитории всегда можно определить, в каком направлении можно и нужно работать. Вы крутые ребята. Приятно видеть, что вы парни рисковые. Be the light that keeps you warm. In an unfamiliar place, I will be the guiding face. А, ну давай. Ты их порвешь, конечно, я не сомневаюсь, но ты понимаешь, что в формате он. Он их герой. Мы перепутали. Он их герой. Олег, какой? Олег нихуя не делает. Олег, ты тоже нормальный, молодец. Но на всякий случай... Ты белый, мы с пастой черный. Я-то знаю, кто будет на фейсе. Привет, я Олег Фейс. Со своей аудиторией вы близки. Запускайте разнообразные интерактивы со зрителем, благотворительные моменты. Все это очень здорово. А что самое главное, пока остальные блогеры кричат о проблемах, чтобы просто зацепить хайп, дневник Хача радует своими поступками. Сегодня у нас план такой. Сейчас внимательно слушай, окей? Желаю вам 5 миллионов подписчиков в этом году. Что, целуем? Это все ребята из BMW. Мы вас любим.
Но она реально крутая, она преодолевает любую грязь. И в дрифтах кайф нереальный. Я влюбился в эту машину. Что бы вы там ни говорили про то, что я пиарю BMW. Мое сердечко с вами. Вы знаете, я вас люблю безумно. Просто меня попросили перепарковать. Мне просто нравится эта тачка.